Доброе утро! Пора чистить зубки! Пора мне переодеться. Ну как тебе, нравится? Не нравится. Пойду переоденусь. Ну как тебе, нравится? Ну да, я с тобой согласна. Какую-то чепуху надела. Пойду переоденусь. Ну вот. Я довольна. А теперь нужен макияж. Так. Возьму вот эти. Мне вот эти нравятся. Ой, куда? Красота. А теперь себе. Вау! Красота! А теперь себя накрашу. А теперь накрашу губки. Какая красивая! Я тоже накрашу. Хочу вот это. Красотка! Ну что, красотка, а теперь потанцуем? Пойду-ка я проверю, как там мой друг поживает. Привет, пошли умываться. Так. Сначала я, а потом ты. Почисти зубы. Джинджер, а теперь ты чистишь зубы. Так. Ой. Джинджер, отвернись, я переоденусь. Ну вот и переоделись. Можно теперь завтракать. Что же у меня есть на завтра? Печеньки, какой аромат, такой сладкий. Так, а в холодильнике апельсинка и яблочко. А попробуй лук. Ой, ну кто же на завтрак ест лук?
А попробуй кусочек пиццы. А может, ты хочешь булочку? Не хочешь? Ну ладно. А может, кокос? Нет. Он лук только ест. Пиццы. Джинджер. Ну кто же лук-то ест на завтрак? Опять придется зубы чистить. А я вот Джинджер ем печенье и запиваю соком. Ну что, Джинджер, мы с тобой наелись? Давай с тобой поиграем. Так, давай, наверное, свистульку. Упал. Круто, мы с тобой поиграли, а теперь давай пошалим. А теперь моя очередь. Я также сейчас попробую. Надеюсь, мама меня не наругает за это. Вот за это. Ой, вот это мы напесились. Надо прибираться, а то скоро мама придет. Давай с тобой сотрем силок, а то он какой-то некрасивый. Старый уже. А у меня есть и розовенький лак. Вот розовенький мы и накрасим. Синий лак мы стерли, сейчас накрасим розовый. Смотри, какой он красивый. Сочный, яркий. Тебе он нравится? Очень. О, ты еще и разговаривать умеешь. Ничего себе. Круто! Вот какая-то белая ущелка! Тетенька белая! Тетенька белая! Что-то у тебя русалка красивая, а я нет! Я красивая! Нет, тетенька белая! Я ущелка красивая! Уходи отсюда! Джордж, а ну-ка дай-ка мне русалку и уходи отсюда. Ну что, русалочка, значит, ты у нас тут самая красивая, да? Ну сейчас я накрашусь. У меня есть детская косметика. Мама мне ей разрешает пользоваться, но помаленечку. Что у меня здесь есть? О, зеркальце подойдет. Духи. Вкусно пахнет, надо взять. Ой, сосочка. Ну, мама, что она здесь делает эта сосочка? Опа. Такой красивый. Красный лак возьму. У меня есть бойка и одна, естественно, детская. Вот такая вот есть и вот такая вот. Пожалуй, этого достаточно, а то уже стол весь заполнен. Делаю себе бигуди. Возьмем духи. Какой аромат от этих духов. Ребят, что-то не похоже, чего-то не хватает. Я знаю, что я буду делать. Вот какая красота, почти похоже. Осталось только переодеться. Ну вот какая красота. Ноги! Ноги! Что здесь русалка без хвоста? Мама мне говорила когда-то, что если сильно захотеть, то все получится. Вот я и сильно хочу себе хвост, а не ноги. Ну вот,
какая красота получилась. А Лёвка говорил, что я некрасивая. Надо Лёвку позвать. Лёвка! Чего? Иди посмотри. Сядь. Беги давай. Вот какой у меня хвост. Ты какая красивая. А ты говорил, что я некрасивая. Оказывается-то я красивый какой-то там маленькой русалки. Да? Ага, красивый. Зато у меня хвост вон какой большой. У меня нету. Пока-пока, ребята!